Творческий треугольник в галерее «Ая». Три Елены, и общее у них не только имя. В руках каждой послушно обретают куклы-души. Впрочем, одна из Елен творит не только в объеме, но и в плоскости картин. Мощная энергетика, преобладание красного цвета, страсть. Одни увидят здесь обнаженные тела, другие – душевные откровения. Примечательно, сама художница удивительно скромная и тихая. Не стесняется выражать эмоции в искусстве. Сначала Елена Полупанова с картинами появилась. И мы все так откладывали, думали, когда показать. Потом появились еще две Елены. Сразу мозгу мысль: о, три Елены. А кроме того, оказалось, что Елена-то Полупанова тоже делает куклы. А вот куклы, завернутые в кокон, картинам явная антитеза. Творчество двух других Елен родом из детства. Они признаются, до сих пор не против повитать в облаках. Кажется, сейчас взлетит Баба-Яга. Феникс уже пылает в огне, а девушка с фиолетовыми волосами задумчиво смотрит в небо. Они у меня иногда дома пропадают, непонятно куда. Вот. То есть я помню, что я ставила эту куклу на это место, но там ее нет. Они уходят, потом возвращаются. Первую куклу Елена Страшинская сделала почти 5 лет назад, а недавно увлекла творчеством тезку. Дебютом Елены Волковой стала вот эта очаровательная принцесса. Кстати, характером немного похожая на создательницу. Я вредина. А чего уж там скрывать? Все об этом знают. «Свинопас», если помните по действию, там принцесса была вредная, ковыряющаяся в женихах. И, в общем-то, вот данный образ полностью подчеркивает, на мой взгляд, суть данной барышни. На днях галерея «Ая» отметила 21-й день рождения. Поздравления еще актуальны, а как нельзя кстати будут отзывы о выставке трех Елен. Ангелина Рязанцева, Антон Латышев, телеканал 7.